Маленькие тверичане смогут отправить письмо главному зимнему волшебнику. 7 декабря в Тверском городском саду заработает почта Деда Мороза. Кто-то мечтает о новой игрушке, кто-то хочет получить в подарок смартфон, а кто-то рассчитывает, что закончит школу с одними пятерками. Желания у детей разные, но все они верят, что поможет их исполнить Дедушка Мороз. Отправить свое письмо маленькие тверичане смогут вплоть до 31 декабря. Во всей стране существует замечательная новогодняя традиция – открытие почты Деда Мороза. С этого дня каждый ребенок может написать письмо волшебнику. Городской сад – не исключение, поэтому мы рады пригласить вас 7 декабря в 14:00 на день написания писем Деду Морозу. Там вас будет ждать Снегурочка с веселой анимационной программой, фотозоны с героями из известных мультфильмов. Также вы можете поучаствовать в бесплатном мастер-классе по изготовлению новогодней деревянной игрушки, точнее ее росписи, и мы согреем вас горячим чаем.